Брифінг начальника військової адміністрації Кривого Рогу Олександра Вілкула. Доброго вечора, дорогі земляки. На нашому напрямку фронту ситуація зберігається стабільно напряженною, но благодаря слаженным и мужественным действиям наших военных находится под полным контролем Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии. По официальной информации оперативного командования «Південь» на севере Херсонщины, это в нашей зоне, вражеская диверсионно-разведывательная группа пыталась проникнуть в тыл наших войск, но получила мощный огневой отпор, понесла потери и вынуждена была отступить. Неся потери в живой силе и технике, враг сосредоточен на укреплении своих собственных оборонных позиций. Не имея успеха, оккупанты ведут обстрелы по всей линии нашего участка фронта из всех видов РСЗО, ствольной артиллерии и минометов. Также, по данным Минобороны, зафиксировано применение врагом боевой авиации в районе Князевки. Это Херсонская область, но очень близко к Зеленодольску. В Криворожском районе около полуночи под серьезный обстрел из вражеских РСЗО попал город Апостолово из ураганов. Орки опять применили запрещенные ракетные боеприпасы. В результате разрушения частного сектора перебит газопровод низкого давления, линия электропередач, прекращена подача воды. Но самое печальное, что тяжелые ранения получили двое гражданских людей. Причем ранения они получили не во время самого обстрела, а уже потом при неосторожном обращении с неразорвавшимися боеприпасами. Они были стабилизированы на месте, и мы их эвакуировали в больницу Кривого Рога. Сейчас врачи борются за их жизнь. Я уже десятки раз говорил, но не устану повторять, ни при каких обстоятельствах не трогайте эти подозрительные предметы. Всем же все ясно. Даже если они выглядят на первый взгляд привлекательно. А кассетные боеприпасы именно так и выглядят. Красивые блестящие металлические цилиндрики. Это смертельно опасно. В области уже 7 смертельных случаев. Это без вот этих тяжелораненых. Именно из-за игнорирования правил безопасности. Что-то увидели, сразу звоните 101 и 102. В самом Апостолово на место оперативно прибыли саперы, спасатели. Кроме этого, еще военных саперов мы туда направили. Они работали весь день и сейчас работают. Уже обезврежено 72 кассетных боеприпаса от «Торнадо-С». И еще они остались там. Там полгорода засыпано. То есть на несколько дней там еще есть работа. Поэтому будьте аккуратны. Также продолжается восстановление всех коммуникаций. Работают коммунальники. В свою очередь, Кривой Рог продолжает помогать прифронтовым громадам в восстановлении разрушенной оккупантами инфраструктуры. Там работают наши специалисты. Мы от нашей Криворожской громады отправляем туда необходимые стройматериалы. Десятки наименований. Шифер, ОСБ, плиты, доски, гвозди, многое другое. Вот только сегодня доставили в Зеленодольск 3 больших фуры целых стройматериалов. Завтра планируем еще 4. Мы сейчас действительно все работаем как одна команда. И Кривой Рог помогает всем. Еще хочу добавить о безопасности. Это касается всех жителей района и нашего города в том числе. Сейчас очень высокая пожароопасность. Сейчас второй день идут дожди, пусть маленькие, но дожди. Но скоро синоптики опять обещают жару. Будьте, пожалуйста, крайне аккуратны с огнем. Очень серьезно поговорите со своими детьми, чтобы не жгли траву, камыш и так далее. ДСНС сейчас реально есть чем заняться, помимо того, чтобы выезжать на такие вызовы. В самом Кривом Роге и районе ситуация полностью стабильная, контролируется военная администрация и ВСУ, обеспечена работа всей критически важной инфраструктуры, экстренных служб и городского транспорта. Мы продолжаем вести очень большую работу по пополнению стратегического запаса города по продуктам и медикаментам. Тут ситуация также полностью стабильная. В город продолжают прибывать беженцы. 50 тысяч официально зарегистрировано, реально это цифра около 65 тысяч. Мы помогаем с эвакуацией, регистрацией, если надо, размещаем и кормим. В то же время из города стабильно продолжают отправляться эвакуационные вагоны. Все желающие могут ими воспользоваться. Никаких проблем и очередей нет. По-прежнему соблюдаем выдержку, спокойствие, верим в наши вооруженные силы. Каждый на своем месте, приближаем нашу победу. Скучной вам ночи, дорогие земляки. Слава Кривбасу и слава Украине!